Продолжаем читать книгу «Мир животных» из серии «Хочу все знать». Хищные птицы. Их много. Каждая из них интересна и достойна отдельного, специального разговора. Но мы объединили здесь всех хищных птиц потому, что хотим рассказать главным образом не о каких-то отдельных сторонах жизни, а о важной проблеме, о значении хищных птиц и об отношении к ним людей. Хищные птицы всегда и всюду считались вредными. Мнение, что все хищные птицы питаются чуть ли не исключительно другими птицами, очень живучее. И лишь сравнительно недавно стало доподлинно известно, что основная пища большинства хищных птиц – грызуны. А грызуны – враги сельского хозяйства. В среднем один мелкий грызун, полевая мышь, полевка, уничтожает килограмм зерна. Иногда эти килограммы складываются в центнеры и тонны, но иногда вред грызунов сводится до минимума. И заслуга в этом хищных птиц.